Тактик? Да тут тактики Ну, так это простые. главное. Так тут тактика, просто бить и все. Да, не, ну есть тут свои примочки. Ну, я буду говорить. Блин, еще кто-то один. Кто там есть у нас? Паладин. Ну ты, Лимон, кидай каски тогда по всем. Три раздал уже все. Ага. Танкодру, сумон, плиз. Можешь прото накидывать, потому что у нас ДЦ не будет, скорее всего. А суслятина на каске, а вот этот холипал, кулаки кристы, можно так. Можно вообще на АП кричать. Сегодня будем менять. Ну это в принципе пофиг, главное, чтобы каски были. А что у тебя в ретрике? 4 кадра? Меня? Вот такой ретрик, на, посмотри. двести двадцать первый. Там вообще просто голый. Ну и шмот Т9 нету, нахпал. Остальное все. 200+. Ни хера нету, да? Ни хера нет, да. Так, ну ладно, кончи. 2 хила это, конечно, не очень. А вот этот Холи Пау. Не, я не знаю, друид захилит, нет. Друид 220. Блин, 2 хила придется. Ну, друид, короче, сколько тебе хпс надо? 221. Сколько? Да не, я посмотрел и левел твой. В одного не захилит, я имею в виду. Короче, на боссе, на боссе одного хила должно хватить, а вот на трэше надо 2, походу, потому что тут ебануты. Так нас тут 9 вроде, у нас один слот пустой. Ну, ждем, кто там зайдет. Никого? На одно тело, но не просачивается никак. Так шипы лучше взять, шипы нет. Чё-то смотри, дефицит вообще шипы на этом серваке. Да. Ты не хуй найдешь этих шипы. У меня есть, но я лучше шаманом пойду. Знаешь, про флот? Сейчас на тебя будут напуливать просто спецкоманды. Хант и два роги. Я вижу. Просто весь инс должны напулить. Дай шкаф. Дай шкаф, лок, хватит прыгать. Лок в РК вообще нет. Вряд ли. Посмотрим, какой там манускрипт. А, ну. Как у меня, ясно, топовый. Я на него копил прям с самого старта, вот, да, только его. Чё ты не взялся другой? А, дорогой, который бисовый. По-моему, сколько стоит? 1006, по-моему. Слядинка, да? Ну, 6500, да. А ты кто в РК попадает, как не знаю. Он пинг хантер или кто? Да, это друг. А, ты... Что? Я пока покурю. Или уже все? Ну, все, само немного. Длиной из всех классов. Не знаю. Сейчас шмот весь выпадет на робу. И опять робот придется. А это что, это с гильды, да? А я не знаю. Тинини, это этот тирамису, нет? Или кто это? Короче, я катки раздал всем. Жду кулак крепче. Бля, ну это жестко. Все, давай, пусть это собака эти хаври или кто там.
коней этих потихоньку. А, так, сейчас я шамана кину в твою пати. А он и так в твоей пати. Тотем против Фира там накидывает. Я оставлю пока. Слушай, Войт, на Луне вчера ходили, как там делать, ну, чтобы дракон тебя не понял? Вчера ходили, садитесь, стереть. Угу. Охерели. В смысле, десятку? Да. А их десятку ходил? Нет, я не стал делать. Даже. После кары, может, их сгоняем десятку? Можно, там, в крестующем можно собрать на нот. Я за. Сегодня, ну что, на 8.25, я не знаю, пусть магик там еще. Да, да, сегодня, сегодня РТ-ж на полностью на кой. Вот. Это же на 25 оставь. Осторожненько с мобами сейчас. Осторожно, на пулы даем. Когда столько мобов приходит, два роги, три ханта сразу напуливаем. На пул от вас, чтобы вот эти вееры должны по КД быть. Чтоб все в паладина. Второй есть? Я с соляром. Что-что? Ты один танк? Второй. Я тоже есть здесь. Один херачишь. Танка не роняем, прием. Рук не древностный, сразу кричи в РК. Там Саба увидит, как ты дает обычно. Хорошо. Вот мобов там потихоньку, вон еще красный. Как говорится, тише едешь, дальше едешь. Да, тут главное не спешить. В любой непредвиденной ситуации, разбойники, у вас есть удар по почкам. Набили комбо-поинты две штуки, там дали удар лишний раз, чтобы людей не складывало. То есть никакой паники, чтобы не было. Ну, мы же все-таки опытные ребята, не нубы какие-то сидим. Вот аккуратненько сейчас. Вера сразу дали, вот. Какой РСГР? Двой, да и РСГР нам бы дожить на этом серве. Че? Я говорю, РСГР, дожить бы нам бы не на этом серве. Да целка 10 гербы даже. Такие взломаны. Да мне кажется, а вы вообще этого пришли. Почему? Ну потому что 25-ка, она выгоднее. 25-ка что именно? Ну целка, конечно. Ну, естественно. А вы с какого серва? Цирк. Ну, я тоже. С X10-го. Он умер вроде, да? А да, я тут был на X25-м. Давай, агри. Мы с X1. Так, мобы. Напулим. Шамана два мула бьет. У вас трое, ребята, используйте все напул. Вам повезло, что у меня аддона нет, который смотрит, напуливать его или нет. А он будет давать. Я уже ранг-вотч отключил. Ранг-вотч, рейд фланг-чек, блять, фаталь. Пришлось отключить, потому что мут дает 15. Хоть это. Все в коняк забивайте в первую очередь. Конь, да, рогай, в смысле фири. Коневой квартал. Конский. Вчера мне конь выпал. Валерия. Куда идти-то? А, вот полный. Еще мобы. Стоп. Там слева еще трэш. Вот слева агр. Только не за уезд. Не, это не возле коня шагри. Туда в комнату забежал. Отведи пока что. Ну тут не стреляет, но все равно лучше туда забежать. За следующей пачкой туда зайдем, что ли.
Я так и говорил. Лужу у стеночки, чтобы они агрились. Да, в принципе, если бы и сагрили, убили бы его. Да я думал добежать, блин, тут напулить на чё-то. Тут работает, да, уже сейчас? Да, тут, не, ну тут лужу разливает. Я зацеплю как. Эй, вы. О! Скажите, чем я могу вам помочь, да? Можешь, блядь. Можешь. Какие голоса. Блядь, да. Конечно. Я, короче, ложусь спать, пока я смотрю фильмы с самым переводчиком. Про некую слезу. Охуенно. Удовольствие. Ну, что там рыцарь? Ух ты, ничего себе. Что, Агрим или вон еще этих убил? Вот за ней, да, убей. Ой, я что-то кинул. Что там с конем, напомните, я уже неделю. А просто бей все, что видишь, все. Милишники сзади стоят, танк спереди. Там дракончики интересные, мне очень нравится. Сверки там красные, фотка. Все, можно гулять. Все, да, все. Ну, короче, все время в коня. Ну, не надо там с этого извозчик. Может, отвернуть надо или как? Лох, что делать, лох? Забери, не надо. Не бейте этого, блядь. Лорда. Атумена, потому что он не таунт. На красном огромном, бирай на меня саблю кинь. Когда выходит красный этот дурак, 3 на пула должны дать на танк. 3 на пула, он протопал. 5 отколоть. У вас один танк, роги ханты, вы должны на пуле все, что видно. То, что есть по КД, на протопал, вам сказал. Чего тебя лагает? Ты кнопку что-то отпускаешь, Ра? Наверное, я не знаю. Знаю, прям говоришь, понятно, что говоришь. Ну, блядь. Ну, придется додумывать за меня. Топ ДПС, хайтанк, нагрит босса. Пришлось ждать бог там. А чё, наконец-то все? Ну, вот он такой. Ага. Вредный. Он аллспайсом брызгается. Коня своего спайсом набрызгал. Видишь, что сладенько пьет? 80, пожалуйста, так узнаешь. Сусляденько, я неделю назад только на 70. Чё, как карты проходят? Как не слышно. Лад. Тыкнули, чё, кого, пошли дальше. Куда там, я не знаю, беги. Помню, да. А, рогу надо резнуть же. Вообще, когда рогу он... Путеводная звезда будет наш шаман. Рога, в любой непонятной ситуации. Сначала маленькие хитрости, а потом... Ваниш. Ну, ваниш. Это когда маленькие хитрости, когда... Куда вы побежали? Куда идите. Побежали, идите. Куда они побежали? Не знаю, куда они... Трэш надо, да? Или просто, нет? Просто решили ебашить, да, трэш? Ну, репу качаем, заявились. Мобов бьем. Я думал, наверх надо. Звезда сейчас нас будет водить. Танк квадрат со звездой двигается. Хорошо. Что, добьем?
все, пульки пошли по десятке, больше нормальных фурик. Следую за звездой. Я магрица, что чё делаю? Сейчас я к дереву привязался. Догумаю. Альян, ночной страж. Ну вот тут ступеньки такие, там поднимешься, сагришь пак, а мы подождем тебя внизу. Роги на пол. Все полностью, в звезду. Танк ведет моба, по пачке только веди. Я постараюсь, ничего не обещаю. Там слева пачка, а потом дальше чуть-чуть справа. Ты сводишь вниз только не к звезде, а, ну я скажу, здесь. Вот тут где луна сейчас, вот тут и держишься. Выйди, не, туда, вот там, да. Мобы бывают рыгают, если вы видите, что они рыгают огнем, то лучше отойдите, не вздыхайте. Невосприимчивость, слушка стоит и не могу там. Они ставятся, роги могут встанет мобов. Один комбокоид, нокал застанет. Я к тому, что невосприимчивость к там. Может у какого-то там... Не говорили, что здесь, если мобы сагрят, то он сложно переагривает. Давай, веди еще. Создали. У тебя 3 на пула, сейчас они должны работать на полную. ДПС у них, конечно, маленький, но на пул все-таки должен быть какой-то вспомогательный. 3 на пула это, блядь, очень круто. Ну, 3 на пула и пару секунд ему, чтобы он нагрел. АОЕ. Погнали. А вижу, что не могу сам. Да не по 6 бит. Вот. Лучки. Чё там был 2 пол? Кидайте эти бомбы хилам, когда пауки бегут, хилам. Вы же можете дать. Чё там стоите бесцельно? Чё, пошли наверх, наверное. Всё, поднимаемся на второй проём. Всё, все разлезли. Так, пошли. Пошли уже к нему, чувак. Тут уже тоже надо заходить за спиной прям. Я друг. Еще дураки бегут. Велик, если видите. Блять, блок своим пет. Все. Ну сейчас смотрим внимательно. Просто смотрите, милик, если хила идет трэш, то лучше набивайте на нем агротом. Роги, не роги. Сразу лужу кидайте. Оф, можно хилу дать. Все, блядь, хил жив. Наша задача, да, чтобы хил не умер. Я по КД он отдаю шанс. А что там делаете по один? Защищаем вот эту комнату всю. Тут летник или жесткий это. Короче, попаем. А он хорошо дамажит для своего шмота. Да, он очень хорошо дамажит, как я бы сказал даже. Я не видел его шмота, который бы дамажил. Мало он дамажит, он так танер дает, это говно полос. Трусять.
Какой у тебя рекорд на матч? 22 вроде, да? Пара олимпиада на цирке. Сколько там было? Ну да, без ПС, без стрельцов. Я думаю, дал бы 23 с ПС. Нормально. Как у Мэн, сколько он там, 23 с чем-то? Не, назад, да? Назад, назад. А звездочка, бежим за звездой. Ломит. Вот это вот теперь священные убили. Как босса. А. Сюда заводи только в комнату, туда не заводи. Ёбаный дискорд, блядь. Иногда вот нажимай кнопку, она не нажимается. Не, это просто... Месяц. Слышь? Твой голос можно включить. Ну, заглушивать лишние звуки. Да. То есть выставить приоритет, что твой голос не глушится, когда кто-то... Настройка. Я сделал, когда ты слышишь, я прекрасно умею слышать всех остальных. Копайся там, если не знаешь. А, сейчас же этот мороз, да? Да? Да, сейчас мороза будем. Вот, а танк уж надо, да? Тринька на очень да. Хороший. Пока не. Помешал. Медведь, что? Да. Я вижу, друг у тебя собран более-менее. Аккуратно, чтобы босса не смотреть. Что, слева тоже, да? Чистить? Да, всю комнату, кроме боссов. Со стула можно тоже танчить, заебись. Я пока не могу использовать эту способность. Я сел, главное. Смотри, сел макрос. Ну, ничего. Щит можно кинуть со стула. О, нет, босса сагрили. Давайте. Сейчас метку поставлю. Набираю агро, давайте на пул. Череп убьем. Все. Прям чисто все в этом. Давай, Геруш, тебе зергаем этого дурака. Просто бьем. Да, просто бьем. Он исчезает. Ну, ты держишь просто моба, чтобы это не... Он сейчас появится, опять в него свечимся. После того, после того, как он исчез. Слушай, а если кражам, там, короче, воет вот так.
ждать тут, или нужно было пойти в робот? Ну вот у меня сейчас тоже вот это расходить в гробнице есть. Нужен последний фрагмент. Ну его надо в гробницах маны. Так вот, после этого нужно в каражан или? Без понятия. Это квест, проходка на ключ. На ключ для входа в гараж. Да. Не обязательно, могу потом сделать. Там нет, тебе лучше его сделать побыстрее, чтобы брать квест на, этот, ну, на охоту чудовищ. Великих чудовищ? Не знаю, пока да, ее. Там но... 7 кристаллов просто дают. Каждую неделю считай, ну этот, усилки и... кристалл. Так, что дальше, куда там? Звездой. Багровый ремень. Чё мой пес берет так пьяный? Это какой-то эффект после того? Ты набухался просто, на стул сел там, набухался. Не, серьезно, он мне бегает влево-вправо, крутится. А они ж тебя набухают, вот эти придурки, что возле босса. Да? Они тебя обрыгали просто винищем, перегаром. Так, сейчас слева, вот, слева, ладно. Короче, вот этих веди сюда, а потом слева. Мобы тут пару штуки. Чтоб хилов не вырезали. Слева, да? Темные гости. Да. Ну, все равно прямо-то, не? Лечу. Не, это мы идем прямо, потом направо. В любом случае, их надо. Так, на хиле этот. Он... Опера попозже. Понюхну, бейте ее. Понюхну. Киньте веер на нее. А, еще щит получи. Не, мы сейчас на леди. А эти откуда чуть? Вот, Вероньку. Блядь. Заебись. Моя. Давай еще тут. Бурстуем. Давай еще, он пачет. Шагрим быстрее, пока 10 секунд еще. Не успеем, не обидится. Убей. Рога, к танку надо бежать, а не в стену. Мобами. Но он набухался, наверное. Не, просто... он прыгает, там показывает танку, что там надо разлить лужу, чтобы мобы со стены. Че, куда дальше идем?
Сейчас добиваем вот этих мобов и назад. На ману. Могу дать тебе. Нет, не могу. Есть какой-то пузырек один. Все, статуя, короче, в уголку. Разлей эту талу. Где звезда. Ага. На ману нет почти ничего. Это только есть. Я сейчас зайду. Горничный убивать. Надо хоть приблизить, посмотреть. Ты что, хочешь заглянуть ей в щель? По одежде не такая уж и разряд. Зачем нам? Все правильно мы идем, да? Все держимся справа возле стены, чтоб с комнат не агрить мобов. Что, бабулка, да? Нет, как? Мне какой-то контроль кинули, я не мог спаунить. Ну, наш суккуб кидает тупо контроль. Так, короче, танк танчишь ее тупо по центру. Милишники стоят рейнджем. Типа в формі квадратика, РДДшники стоять і держимо ренжу. І заливаємо боса, нічого тяжелого не. Чо, хто там? РЛ чекать? Єбаш. Іди, став його там внутрі, ну, по центру, набія групу. Стоять на ренжепе. Говорю, милишники, стойте так, тут у нее здоровый. И можно стоять, блядь.
что мне говорили, что это тяжелый туда лук, когда она что-то даст. Это, в общем, было из-за того, что милишники рядом стояли, да? Ну да, она ОЕшит, блядь, пиздец. Ко мне надо? Ревностный был. Нет. Гнев небес, 28 тысяч. Будь сучка. Радует? Не слышно вообще, да? Да. Роги, держите оранжу. Скинь. Мне бог. А будьте макро скин. Че, по, мелики не должны стать. Это вот херня. Восьмиугольник, который я стою, не должно бить его и переделывать. Просто друг от друга подальше должны стоять вместе со всеми стоять. Каждый, ну, через форма грань. Форма квадратика должна. Да, и каждый через грань групп. Ясно. Короче, тут хлопушка. Бафните эту, где пестик какой-нибудь, что-нибудь такое. Релах. Ну смотри, кисти, три слота обязательно нужны. Звезда, веди нас. Кто там релог делает? Не знаю, догонит. Дорога. Ближе к стенке к левой, ближе к левой стенке, не агрит трэш. Сел такой, посидел, да? Я тебе говорю, я на стул сел и оттуда, короче, ротацию. Вообще. Ну, рукой Е. Ну-ка, а сейчас мобы будут какие, подведи, я со стула попробую фуриком побить. Короче, вот эти мобы, они, блядь, если ты агришь, он притягивает к себе. А там их стоит, блядь, штук 6, они начнут, блядь, сейчас кидать весь рейд. И ныкайся, еба. Смотри, ай, сука, подождите, я лучше вдох. Беги к нам, беги к нам, не стыкай. Не, дали уже какую-то хуйню, глыбу. Да, хила жестко нагнул. Не так, ссыте. Вот. Да. Как? Вообще. Заходим во звезды. Нифига. Таннер, давай. Гнев небес там. Кто упал, тот встает и заходит и бежит на второй этаж. Пули лежать. Уже убьет. Ну, меня сейчас посейвит. Один раз. Такой не. Я вроде не слышу. Ой, один на стул сади. Ну-ка, в натуре, давай. Ой, мой. Да, ты видишь? Ебать. Реально сидит, кастует что-то там. Стула. Со стула просто приказываешь, иди сюда, да? Хватит со стула.
со стула танкуешь просто по-босяцки. А Войт пишет. Привет, пишет Гвай. Вставай, дроли, где ты? Ну, он сказал, я полежу, покурю. Чё, блин, такое? Чё, куда ты? Ну, я не знаю, дров, кава. Направо, направо. Курить, сейчас, курить, под стеночкой, все. За звёздочкой все. Я слышу странную мелодию. Какую? Таинственную. Это Барнс выходит. Я ничего не слышу, у меня звук отключен. Это вы в игре слушаете? Да. Да, начнется А, я тоже включу тогда. Ну, это театр. А, тут нужно это, убегать от волка, да? Ну, или волк, или, блядь, этот... Да, у нас такой рейд, что сейчас волк... Или Алиса. Сейчас все будет хорошо. Короче, агри вот этих мобов, и когда появится свет, ну, луч белый, выводишь их, чтобы мобы там не стояли, бы там нельзя ни кастовать, ни где. В Ведьмаке помню, ведьм. Случай, отходите, они урон там 10 тысяч наносят. Случай, выходим, ребят. Вышли, вышли. Ведьмак, да, я тут. Отводи. Вот так, детка. Что за реп? Ну с аметистом там за репу кольцо дается, как целка тут. Слабее. Накидку что ли взял? Не-не, кольцо, кольцо. Колечко, колечко тут за репу. Дают. Нет, чтобы репу взять. Репу, репу, взял накидку или просто? За мобов идет просто все. А. Я понял, значит у всех скоро. И в цитадели там покупаешь, да, колечко? Дундан? Не, тут у входа. У входа вы. Пока покажешь. У меня кто-то лежит, сейчас покажу. Не, хочу посмотреть, а танк что-то. Это можно танка взять. Народ, куда бежать от тех шестерых мобов? А вот... Налево или направо? Налево. Ой, направо. Правда, по коридору. Да, там где мы 6 мобов то убили, сразу под стеночкой бежишь. Короче, оперу убегать, да? Направо уходишь и по стеночке справа. Там, где мы 6 мобов убили. Согрел я кого. Вернитесь, лестница, плиз. Я тут на спуске. Ты смотрел Друид фильм 3 икса? Да. Ну так посмотри еще раз. Там был такой мужик один, короче, снайпер, который курил постоянно. И Дизель ему говорил: ты зачем так много куришь? Курение тебя погубит. А в конце помнишь, что было? Он такой сидит, засухарился. Какие вы все хорошие. Он засухарился такой за какой-то железякой. И Дизель такой берет. Это что, говорит, теплонаведение, говорит. Ну да, говорит. Такой говорит, типам объясняет. Этот ублюдок все время курит. А тот сига сидит с винтовкой. Ракета его, блядь, ракета заворачивает просто у этого дурака. Топовый фильм, я не знаю, сейчас таких не делаю. Что, запускаем дурака, да? Не знаю, фильм, не фильм. Так, короче. Двери сейчас откроются, а все заходим, потому что они могут закрыть. Стой, погодите, я бегу, блядь, что-то залип, нахуй. Вот, слышишь, фильм фильмом, я читал про снайпера с Якутии. Короче, он выкупил, знаешь, как чеченца. Продолжал, он Гашин курил. Да, что он Гашин курил. Вот, он любил покурить у нашу и по голубому дымку заметил его, выследил и убил. Вот там на самом деле такое, за этого снайпера русского потом давали чуть ли не миллиарды, миллионы там долларов за его голову. Такие дела, в общем, почитайте, если интересно.
А вы в курсе, что... А что с тобой вообще? Что ты там делал? Она хлопнулась, я не прошу. Дайте красочку друлю. Давайте, а шкаф есть или бой уже? Там был шкаф уже, когда, наверное. Шкаф стоит, шкаф стоит с той стороны. Спасибо. Да ничего, нормально. Опа. Кому каску пишите, блядь, чат, мне так проще баф. Сразу всех баф. Не знаю, куда он делся, вроде. О. Когда двое будут в конце, их надо одновременно убить, да? Да-да-да. Ну, сейчас убиваем Джулию, потом Роме. А потом их вместе на Азали. Я вот, вот сейчас вот, смотрю на вас вот, вот через вот этот вот огромный зал, блядь, как вам пойти? Да, он смотрит. Видишь, Рог бегает. И куда ты стой, там не сагри моба его сейчас приведешь, блядь. С какой стороны идти к вам? А стой там. Блядь. Ты уже все равно не зайдешь сюда. А нам надо будет выходить отсюда на выход. Рог, смотри. Три спектакль, да. Бля, давайте я как поближе к вам подойду, блядь. Не надо, сагрешь, вон. Ну пройти по. Слышишь, справа пройти. Дверь закрыта. Не надо, хай стоит, дорога просто ждет. А сюда он не зайдет, а смысл ему идти. Чтоб мобов привел. Но лота не будет, правильно? Да все будет. Все будет. Что дальше говорить по тактике? Ну просто бей все, что видишь. Сейчас появится Ромео. Слышь, такой еще голос, как этот театральный. Ты хочешь драться? Вообще, огонь. Гей, блядь. Не, на самом деле, ванила бы самый прям, самый такой топовый. Ну, очень. Ну, пробуйте квесты бэкашные, хуей. Я траву бэкашную собирать себе. Ну да. Кто можешь это, дракончик себе крыльев пустоты там полетать в цепочку. Красивый такой дракон. Дракон пустоты. Дракон крыльев. Цепочку надо сделать всякие хуйнюшки, что-то нафармить. Ну, такое, на часик полтора может. Давай сейчас два моба крылья там. Так, сейчас, короче, заливаем Джулию до 30%, потом переключаемся все в это. Я очкую. Это вспышка, мне кажется, это ревностный прокой. А у кого-то ты заряжается, да? Ага. Ну вот такая штука будет, смотри, скажу. Такой белый луч, желтый луч, правильно, все увидел. Больше Ромула бей. Сыграем Ромео, да? Вот, вот это вот, видишь, вот эта хрень, которая кастует. Мне кажется, что это мне ревностно. Джулию больше, Джулию. И АУЕ добью. Чё, когда там волк? Да всё, волк. В следующий раз поход в Каражан. Так скучно. А они разные сценки, что ли, тут дают, да? Чё-чё? Они разные сценки тут дают или что? Ну да, тут по-разному, рандомово, короче, запускают. Тут три сцены. Красная шапочка, Алиса и, блядь, это, и Ромео. И тринкет какой нарпало. Это, извините, на фурике. Это на Рогу. Не, это на Рогу, да, яда. Кажется. Это на Рогу. Она и заходит и палом, ну, блядь. Да, ну, не, палом это менять. Хрень. А Роги она зайдет. Палом хрень, там лучше силы и... А, поэтому это Рога 3, не 100%. Они же бьют силами природы. У паладинов нет силы природы. Это бред. Напал ее носить.
Погнали за звездой все. А как мне к вам пройти-то? Мы сейчас тебя заберем, мы все равно возвращаемся к тебе. Угу. Друид, а ты что, на себя эту треню, да, хочешь? Ну, типа, попробовать. Кошка, она... Она не заходит друидом, а дайте ей рогин. Говорит, какое-то оружие ядом смазывает друид. Да, кстати. Посох. Какой урон? Ладно, короче, отдам кому-то надо. Блять, мотику надо вот вообще. Ну, подойдите, бревно дайте, прям скину. Какое оружие ты яда намазывает? Ветка размазывает. О, смотри, конечно, пришел. Откинула, друзья, откинула. Боже. Гнев небес, гнев небес. Пули сагрил, трэш. Спасибо. Стоим, бежим, тогда чё? Да чё лежать? Заходите в инст, и мы как раз на второй этаж поднимайтесь и пойдем. Открывай, что там? Стрелей будь. Кому там надо, да, принял? Вон, кому-то из рогов точно. Больше никому не идет. Смотрите, кто жал, мне это нужно. Короче, приказывает, отдаю. Смотри, вам нужно. Приказывает 42. Какой там рог? Тень, тень. Я приказывает вот там уже. Тень. Где он? 55. Он не в Дисе. Вот, 55 и сколько? И 42. Ну. Я уже отдал приказоид. Я у него спрашиваю, сейчас он ответит. Блять. Не жадничайте, все всем выпьем, будет все нормально. Сейчас проверим, что он вообще делает. Так, ну у тебя был ДПС средний, приказывает 3400. 3465 заполнен. Посмотрим, поднимется ли. На 100-200 строчков. Кум хило. Короче, погибель бить не будем. Но там надо, блядь, диспела, пиздец. А чё, у нас есть паладины? Там чё диспелить? Пулипал, ретрик подиспелил. 125 это, очков доблести, так-то нормально будет. Ну да, ничего. Не нашел. А можете каску бафу в итоге? А всем, в принципе, каска надо. Да, походу, всем все надо. Блядь, я вообще-то Элем, а мне, сука, вообще кинули кулак, нахуй. Ну, бей посохом тогда. Да я вот думаю, Венха спекнуться сейчас. Ага, это закрыл тут, да? Да, короче, тактика не тяжелая. Сейчас вызываем эту хрень, блядь, ты стоишь... возле края, ну, тогда, все время, да, мордой к себе ее разворачиваешь. РДД стоят, блядь, в звезде. Милики бьют по бокам. И тотем поставьте трепет, она штырит вроде. Я, да, погода буду ставить. Нет, или потом она взлетает и начинает кастовать, блядь, этим, метеориты, блядь. Сбегаемся все в звезду. Палы, кто может, блядь, диспелить, диспелим, вызывается, бегут мобы, блядь, сливаем по берегу мобов. Че, как вызвать босса? Ну и так она, блядь, будет постоянно, нахуй. У кого верняки есть? У меня. Верняки? Да похуй. Какую? Че там, запускаем? Блядь. Ну нет, урна. Ну то погнали отсюда, если ни у кого... Ни у кого квеста на поебе нет. Нет. Так, ну-ка сейчас посмотрю, там урна должна быть, да? Ну да, там урняк должен быть. Нажал. После цепочки квестов потом их два появляется, я просто в ГБ оставлю.
валялась по счастливому случаю в сумке. Супер. Хорош. Он одноразовый, что ли, или что? Не, она всегда вызывает. Коробка такая там, вороненная урна, желенкану. Ладно. Так, короче, все РДДшники, хилы. Паладину нюхай по себе крит. Она разливает лужи, в лужах не стоит. А что не диспелить? Я не могу подиспелить чувачков. А тут не надо диспелить ничего. Тут да, она взлетает. Там же стаки. Офиг. Темчики. Бля, там трэш прибежал. Нормально. А откуда он прибежал, интересно? Хуй знает. Откуда трэш прибежал? Походу он на стиксту выбежал, на этого, на хил. Прикольно. Мне если бы он через... был, кто-то через текстуры упал, может? Да хуй знает. Если бы он через меня шел, ну, я бы его сагрил. Он снизу откуда-то прибежал, трэш. С текстуры. Откуда-то с жопы дракона, короче, прям выпал снизу и хилов убил.